Здравствуйте, дамы и господа. И сегодня я, Валерия Маркина, и моя наипрекраснейшая передача теле «Моя жизнь в искусстве». И сегодня у нас в гостях великолепный актер Джим Керри. Здравствуйте. Джим. Здравствуйте, Керри. Здравствуйте, Джим Керри. Здравствуйте, Джим. Здравствуйте, Керри. Да. Yeah, my best friend. Oh, my boy. В общем, познакомьтесь. Знаете, я люблю вас как актера, я люблю вас как человека, потому что я знаю вас давно. Что вы можете сказать о актерской профессии в целом? Ну, что я могу... Что я могу сказать об актерской профессии? Да, ну вы знаете, Сергей Безруков не лезет. Не знаю, если кто-то следит за моей... Если кто-то следит за моей карьерой, то, наверное, все знают, что я начинал свою карьеру не как актер, а как комик. Не гомик, а комик. Очень важное слово. В России почему-то эти понятия тесно связаны, не знаю почему. Ну, в общем, все началось с того, что я решил стать комиком, и потом... Почему я вот решил стать комиком? Мне нравится смешить людей. Вы представляете, вы сидите и грустно... Ты слышишь меня? Да, конечно. Вы сидите и грустите. Да, вот сидит человек и грустит. И ему плохо, и надо, чтобы кто-то поделился своим теплом. И я выхожу на сцену. И делюсь своим теплом. И делюсь своим теплом, своими эмоциями. Я дарю ее. Видимо, ее. Энергию. Энергию я дарю. Ну, потом мне стала скучная работа комика, я решил пойти дальше. Я решил заняться актерской профессией. Наверное, если ты еще раз меня примешь, я сломаю тебе ебало. Продолжаем. Джим. Продолжаем. Извините, пожалуйста. На чем я остановился? Да, я решил заняться актерской профессией. Уберите эту ебанутую отсюда. Сзади. Звонки от телеведущих. Вот так. Звонки от гримера. Уберите, пожалуйста. Гримера не ебанутый фанат. Ой, господи, да. Я же пообещал, если не материал. Алло, Джим. Джим. Подожди, у нас есть звонок. Он же тебя Алло, да, мы вас слушаем. Hello, Джим. Да, привет. Привет, ты умеешь говорить по-русски? Да, но он говорит, он владеет, я его научила. Охуеть, да. Джим, просьба, короче, блядь, скорчи какой-нибудь ебало. Охуеть, блядь, спасибо, чувак. Я думаю, студия аплодирует. Он достоин этих аплодисментов, на самом деле. В общем, дорогие дамы и господа, у нас в гостях сегодня был... Джим Керри. Love you, Джим.